Всем привет! Мы сегодня находимся в городе Кирч, Крымский полуостров. Закрываем еще один гештальт. Мы очень давно хотели сюда заехать, но все как-то не получалось. Сначала не заехали сюда, потому что выходной, как бы нужно было быстро использовать. Потом не заехали, потому что Таврида возникла. Сейчас свернули, специально заехали на крепость Еникале. Фантастика. Вот когда очень давно хочешь увидеть, у тебя только позитивные эмоции по поводу этого. Очень классно. Сейчас пойдем туда с лучиком на самый верх. Заберемся на эту башню и поснимаем сверху. Нет эмоций. Просто. Зашкаливаю, точнее. В конце 18 века она была передана России. И с тех пор Россия контролировала выход из Азовского в Черное море. Эта крепость тесно связана с историей нашего города Сочи. Хочется подняться вон туда. Тут железная дорога. Мы сейчас поднимемся и окажемся на этой башне. А, тут железная дорога, все. Изменила ландшафт. Вот она, стена. Да, лучик, я хочу подняться. Ух ты! Танюшка, иди сюда, сфоткаемся с тобой. Папа, сфоткаешь меня здесь? Конечно. Стой. Как думаешь, мам, зачем эта дырка? Ха. Вопрос. Давай. Иди сюда. Иду. Мечта сбылась. Побывали в цитадели. И уже не выберемся. И идем. Какой здесь вид? Какой здесь вид? Это фантастика. Мы сейчас хотим с лучиком подняться в цитадель. Да. Что это такое? Сейчас узнаете. Вот это да. Вообще, история, вот она. Вот она. Залазьте, пожалуйста. Ладно, не будем. Ты не пойдешь с нами? Нет, я обожаю, чтобы...
Ладно, мы пойдем исследовать вот эту часть. Вот эту. Давай. Столько раз видел фотографии, столько читал описаний. Книгу здесь купили в музее несколько лет назад. Керченская старина. Там очень много внимания уделено этой крепости. И, конечно, походить здесь. Ой. Нет, Еникале. И, конечно, походить здесь. Это очень впечатляет. Фантастический вид отсюда открывается на море. Конечно, эта крепость была замком. Сколько камней? Сколько бабочек? Да, вот. Вон наша мама. Вот ворота. А вон наша машина. Поднимемся выше? Поднимемся. Уже путь. Обалденные виды. Подожди, лучше давай сфоткаемся здесь. Конечно. Мы находимся на втором ярусе. Вот он. Посмотрите, это все в землю ушло. Ну да, здесь постепенно, конечно, останки крепости разваливаются. Вон туда хочу подняться, наверх. Да? Сейчас пойдем. Подожди. Вот это вот у нас Азовское море. Мы находимся на западном берегу, Крымский полуостров. А вот это уже Черное. И вон там на горизонте находится Крымский мост. Отсюда он виден, но плохо. Зато отсюда хорошо видна крепость Еникале. И наша мама. Циклопические развалины. Мы не станем заходить туда внутрь, потому что мы доверяем вот таким табличкам. Раз написано «опасно для жизни», внизу лежат камни, а сверху их частично не хватает кусочков, значит, испытывать судьбу не стоит. Если мы были вон там, на воротах сейчас, то цитадель находится очень высоко, и вид отсюда открывается безумно, безумно живописный. Вы только гляньте. Вон еще кто-то пытается к нам подняться. Это просто фантастика. Прикоснулись к самой истории 18 века. Да, вид отсюда очень классный. Вот простреливается вся площадь. Весь пролив контролируется. Ни одно парусное судно той эпохи мимо пройти не могло, естественно. Сейчас лучиком будем спускаться. Да, вот это да. Величественные развалины. Конечно,
Интересно было бы оказаться в прошлом, увидеть, как во время Крымской войны эту крепость российские войска, оставляя ее на время, взрывали, как камни разлетались, как рухнули погреба, казематы. Да, это, конечно, настоящее чудо. Надо сохранять, огораживать, заботиться, восстанавливать. Я в восторге.